На улице 26 января. Откуда, куда едешь? С Югорска, с Ханты-Мансийского округа. Куда? В Тольятти. У тебя от костей что остается вообще? У меня тут электрики немерено, подогревы всего есть. Да? Да, так что нормально. А если 40 стукнет? Ну эти же 40 ехали нормально. Понятно, ну ладно, давай, шли, врата. Итак, ребята, загадка для самых умных. Смотрите, мы пришли втроем в кафе. Пришел я, пришел Игорь и пришел Виталик. Вот они, мы втроем пришли. Мы пожрали, и официант нам приносит счет. 30 евро. Мы скинулись и заплатили каждый по 10 евро. Я, Игорь и Виталик. Через 5 минут приходит официант и говорит: «Сори, счет не 30 евро, а 25». И отдает нам 5 евро, короче. Ну, мы решили, что? По одному раскинули, а 2 евро оставили официанту. В итоге мы заплатили каждый, я 9, Игорь 9 и Виталик 9. Всего выходит 27. И официанту отдали 2. 29 евро. Где, блядь, делся 1 евро, а? Кто мне объяснит? Данный ролик был сделан при спонсорской поддержке компании 1xBet. 1xBet – самый надежный партнер. Подробности в описании под видео. Приветствую вас с Дальнего Востока. Сейчас ответочку рисуем армянам, узбекам, таджикам и всем. Берем наш дальневосточный кальмар на решетке, на гриле запеченный. Обрезаем. Вот так обрезаем. О, смотрите. Берем чистый дальневосточный самогон с виноградного нашего дальневосточного на кедровых орешках. Наливаем. Наливаем. Будьте здоровы, выпиваем. О, польза какая. И закусываем. О. Все. С боем я тебя заставлю улыбнуться за 3 нет. секунды. Почему нет? Потому... Давай проверим. Давай. Улыбнись, если ты дурочка. Пошло. Собака хорошая. Вот купили машину, бля, в Кустанае. Какой Кустанае? За северным Казахстаном. Гоним. Вот едем, гоним ее домой, блядь. Греется и все. Капот открыли, радиатора нету, блядь. Это чуметь. Это как так можно, блядь? Вообще нету радиатора, блядь. Вы что за долбоёбы, да? По малому кругу соединили. По малому кругу, ну, соединили. Машины тормозят, говорит, чем помочь вам, блядь? Я говорю, а чем вы поможете, если у нас радиатора нет? Он говорит, как нету радиатора, блядь? Ну, нету он молча, вот. Нет у нее радиатора, нету, блядь. Здравствуйте. Вот такой вот вчера шарашмонтаж ко мне приехал по объявлению. И выполнять работы. Работы — это изготовление эксклюзивной мебели, как они сказали. Инструмент весь у них типа зарубежный. Ну, сейчас вот в больницу они поехали, там одному молотком голову пробило. Снимаю инструмент. Электробанк, как они сказали. Спросил, что это за и как это работает. Ответили. Короче, ничего толком не ответили. Вот это вообще не понял. То есть он, по-видимому, еще и к интернету подключается. Ну, главный у них вот
вот этот парень, помощник ненадолго включает это в сеть, его шарашит током, и он... Это джип. О, джип у вас Патриот. А там 26-го, да? Ага. А это верхняя пибикалка получается? Сигнал? Вот это? Нет, вон верхняя. Вот это? Да. Нет, это когда едешь в пробке, стоят машины, ракеты пускают. А если совсем бестолковые, то, блядь, ядерную ракету пускают. А бибикалка вот это? Ни хрен, все, блядь. Ну что, все непросто, блядь. Так. Внимание. Тинь. Охренеть. Тинь. Поехали. Вот такие у нас умельцы служат. А там нет такая продавщица. Ты мне тоже, наверное, невеста моя. Кто, я? Ну, ты там торговала. Ну. Я торговал? А то я тебе Мэрин скоро покупаю. Хочешь такого жениха? Нет. А чё? Я тебе весь мир к ногам. Хочешь? Нет, спасибо. А чё? У меня такие возможности есть. А, круто. Самолет, вертолет в Сочи стоит, яхта, ну, что ты такого жениха, ну, скажи ей, ну, что я не вру, ну, что такого жениха, ну, да? Бухаю потом. Я, что ли? А, на. Так бухать вместе будем. Много технологий от компании ZART. Опачки. И после этого давайте еще возрадуемся виду бара. Здравствуй, бар. Так откинуть надо. Ой, можно, да, достаю. Откинуть. Вот, бать, это уже совсем другое дело. Бать, не желаете ли что-нибудь выпить? Желаю. Да, ну, наливаю тебе виртуальную водку. Вот, ты ее виртуально, виртуально выпиваешь. Это ты должен наливать. И бар мы убираем. Тринк. И давай еще тебе. Для того, чтобы ты поработал. Стоп. Небольшая локация на фоне сити. Может, давай, вообще супер, да? Оп, где сити? Ай, босс. Лайк, бать. Лайк. Как тебя зовут? Меня зовут Вика. Где ты живешь? В центре Санкт-Петербурга. Где работаешь и кем? Администратором в салоне красоты. Мне 17 лет. Ну расскажи, как ты и где одеваешься? Так, ну начнем с ботинок. Ботинки покупала в Бифри за 400 рублей. Дальше штаны я покупала тоже в Бифри за 1700. Кофта покупала в H&M за 1500. Куртка Хаус 1700. Шарф 200 рублей. Синсей. Шапка тоже 50 рублей она. Есть еще резинка 30 рублей. Кольцо. Подарок. Бесплатно. А носки? Носков нет, столько не зарабатываю. Сколько денег ты готова тратить, чтобы существовать? Да, ну 1010 мне хватит. 1010 тебе хватит. Экспоненты сказали, загрузишь 4 буса. Смотрю, стоит всего 2. Ржал долго. Я даже не знаю, что это такое. Но они соединены. И по документам у меня 4 буса. Охренеть. И главное, тут никто не знает, что это такое. Бля, вот эта тачка, ребята, приколите, смотри, салончик просто булочка вообще. Ты будешь бухой, знаешь, что двери открываются на себя. Приколи, тут даже зеркала есть, нихера себе. Запасной выход. Колеса, смотри, ни одно говно не страшно. А попочка-то какая попочка. Все, короче, беру. Love you.